Clubs. Empower your imagination. Представьте, к чему приведет подобная технология в ближайшем будущем. Дайте ей только право на жизнь и... В этом не нужно искать большого смысла. В первую очередь, это развлечение. Если бы вы только видели взгляд болельщиков, когда мы пришли на стадион болеть за любимую команду в кепках Cyclops. Мы просто стараемся идти в ногу со временем. И придумали то, что нам самим нравится. Сейчас именно то время, когда технологии соединились с модой. Мода становится ярче с каждым днем, опережая время. И все больше походит на фантастические фильмы. Вспомните, как вы в детстве, используя только свое воображение и все, что было под рукой, создавали предметы из будущего. Начало нашего дела выглядело примерно так же. Я думаю, что будущее создается именно так. Нам просто пришла такая идея. И мы решили, что это интересно, и стали этим заниматься. А когда одели готовый Cyclops, то люди на улице стали спрашивать, что это такое, как это, где это можно купить. Тут мы и решили, что стоит этим поделиться. Ведь многие заинтересовались. Меня друг один спросил, а зачем это, кроме как удивить прохожих пару раз? Я ответил ему, мэн, включи фантазию. И мы начали думать более глобально. Думать? Как мы можем применить Cyclops вне повседневной жизни? А именно, где он будет востребован? Тут все оказалось гораздо проще. Например, на главе продавца фастфуда с горячим предложением вкусного бургера. На главе болельщика бейсбольного клуба с видео его любимого игрока. На главе ребенка с видео его любимого мультипликационного героя, либо персонажа комиксов. В качестве сувенира из любой страны. В конце концов, на главе полицейского, которого хотя бы будет всегда видно в темноте. Cyclops имеет право быть везде и у каждого. Далее мы задумались о вопросе управления Cyclops. Я предложил идею. А что если создать специальное приложение, с помощью которого вы можете управлять медиаплеером на Cyclops, благодаря синхронизации с вашим смартфоном? Это упрощает задачу, ведь вам не нужно каждый раз снимать кепку с головы. Все через смартфон. Мы взяли за основу самый популярный головной убор – обычный снэпбэк. Наша команда дизайнеров и инженеров совместно стали работать над созданием корпуса. Особым и важным критерием для нас было достичь наиболее оптимального веса нашего девайса. В дальнейшем мы отводим большое количество времени и средств на дополнительные исследования в области медицины. Что такое Cyclops на самом деле? Cyclops – это выражение вашей индивидуальности. Выражение ваших эмоций. Что остается? Просто включить фантазию.